Традиционно в конце мая Центр внешкольной работы запускает проект «Дворовая практика». На ней дети могут поучаствовать в различных конкурсах и играх. Свои двери уже открыли площадки на Силкиной и Московской. Последней стартовала «Дворовая практика» на Казамазово. Сегодня праздник наш, сегодня праздник твой, сегодня будем веселиться с тобой. Встречали ребята ростовые куклы, с которыми дети радостно фотографировались. Все желающие смогли проверить свою ловкость. Перетягивали канат, отгадывали загадки, играли в игры, рисовали мелом на асфальте летние картинки. Мне нравится то, что все организовано, есть игры, развлечения, программа интересная, там и песни, и танцы. Мне понравилось рисовать мелками, перетягивать канат. Мне понравилось играть. На протяжении всего праздника ребят сопровождали клоуны Бантик и Фанта. В роли вжились воспитанницы Центра внешкольной работы. Каждый год девушки помогают педагогам организовывать и проводить дворовые практики. По их словам, здесь дети могут почерпнуть для себя что-то новое и интересное. Если делать нечего, можно прийти спокойно сюда, поиграть, поучаствовать в разных мероприятиях, узнать чего-то больше и просто развить свой ум. Дворовая практика на Казамазово 10 будет работать с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. К участию приглашают всех желающих, независимо от возраста. В этом году площадка нацелена на спортивные игры и междворовые чемпионаты по уличным видам спорта. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.